Всем доброе утро. Смотрите, какие у нас водопады текут. Прошел сильный дождь, а на Фермоне выпал снег даже. У нас тоже может выпасть снег, что случается крайне редко. Раз в 6 лет у нас в Араде выпадает снег. Но каждый год снег выпадает. Сильный ветер, я не знаю, меня слышно или нет. Вот смотрите, как, какая река. Аж голос съел, хотя я выпила чашку кофе, чашку чая. Но смотрите, все течет. Все, ребятки, ножки я замочила. Не удалось мне, прошла это, попыталась перепрыгнуть, но все-таки нога у меня промокла. Ну ничего страшного, приду, сделаю процедуру, погрею ножки в тазике. А вон, посмотрите, кустики все. Кустики просто удовольствие получают от такого обильного полива дождиком. Потому что у нас три недели до первую половину января. И конец декабря было очень жарко, что наконец-то вот такая погода настала, дождливая и холодная. Я такую люблю очень, потому что мне не хватает жары в Израиле. Поднимаюсь по ступенькам в магазин. Торговый центр закрыт, открыт только это супер, да, и открыто только эти хозяйственные товары. Хом-центр, домашний центр. Вот, смотрите, я снимала потоки воды. Голос чуть-чуть сел от такой погоды. Ничего. Не, чувствую себя хорошо, нормально. С утра просто еще не раз говорила. Смотрите, какое небо. Тучи. Смотрите, как тучи плывут. Машина стоит, все хотят кушать. Вот захожу. Не с той стороны это, не с той стороны поставила ладончик, зарапортовала. Сейчас иду в маске, конечно, не знаю, как меня слышно. Надо ладонь приставлять к этому, чтобы температуру измерять. Всякие эти солености. А вот мед. Не надо мед. Смотрите. Такой лучше в баночке. Или такой. Пластмассовый. Куплю вот такой. Вот такое печенье. Я в тот раз взяла, и сейчас опять возьму. Очень понравилось. Это с финиковой начинкой. 17,90. Я люблю покупать растворимое кофе в пакетах, потому что в баночке очень часто у меня
это падает и бьется. Ну и печеночку беру, конечно. Вот печенка. Сколько? Смотрите, вот такая пачка вышла. Килограмм 19 шекелей, а я беру за 11 шекелей. Вот беру такой хлебушек вкусный, мне нравится. 4 штучки за 13 шекелей. Там со скидкой. Ну и молоко, конечно. Ятва-то самое лучшее молоко, хотя оно и дороже, но оно намного вкуснее. Вот беру такой рис. Он это индийский рис. Мне нравится он по вкусу. И форма такая продолговатая. Так, сколько он стоит? 13,90. Так, думала, что мне еще купить. Вспомнила, мне еще нужны яйца. Смотрите, вот какие соусы. У меня дома полно всяких и терияки, и соевых. То, что мне не надо пока. Вот, кстати, Тельма, у нас есть этот фабрика Тельма от корпорации Универска. Офис ее находится в Англии. Вот у нас в Араде есть завод по изготовлению вот таких комплексов. Вот там всего работает 200 человек. Там хорошие высокие зарплаты. Сами понимаете, корпорации. Корпорация. Так что все бегом работать на корпорации, потому что корпорации работают и днем, и ночью. 3 смены. О какой безработице идет речь, я не знаю. Так, все, взяла яйца. Яйца пачка 12 штучек за 11.30. Вот, смотрите, какая зелень. От орегано до базилика, розмарин, лук, роки, марва, это шалфей. Шалфей очень хорошая травка. А мне нужна мята. Мята. Так, вот она мята. Мята на иврите. На. Суперсаль. Вот такие у нас развлечения остались. Хождение по супермаркету. Так, мне еще нужен кондиционер. Кондиционер на иврите Миротех. Так, проводим. Так. Яички. Так, берем мед, проводим мед. Вот. Хлебушек. Выбираем хлебушек. Вот сюда. И вот сюда. 4 штучки. И вот, смотрите, он стоил 16,80. Скидка минус 3,80. Так, кондиционер. Кондиционер. Смотрите, 9,90, скидка 90 огород. Так, пробила печеночку. Мята. Так, все, пробила мяту. И кофе. 17,90. Так, чтобы выйти, нужно, смотрите, вот провести вот такой. Так, все, видите, открывается. Друзья, сделала я свои покупочки. Пока дождя нет. Сейчас я покажу на лавочке, покажу вам этот свой чек. Так, пока дождя нет. Но а вот они, котики. Маленькие, бедненькие, замерзли, рыженькие и серенькие. Мои сладенькие котяточки, мои ребяточки.
все село после магазина, надо отдохнуть. Маску сняла. Не люблю в маске ходить, только в магазин захожу, так, на подбородке на улице. Вот, смотрите, чек. Потратила, смотрите, я на все 129 шекелей. Значит, я купила у Диот это печенье, яйца, бицы, два шпиот. На хлеб 4 штучки вышло у меня 13 шекелей. Этот кондиционер для волос. Печеночка 11 шекелей. Мята. Кофе 17 шекелей в кафе. Халав. Молочко 5,90 и орос басмати, орос рис индийский 12,90. Все, девочки, мальчики, всем пока.